Рыбный день. Так называется традиционный семейный праздник, который пройдет 2 сентября в загородном клубе «Роджер». Организатором выступила радиостанция «Серебряный дождь», которая входит в состав «Кит-медиа-холдинга». Вот уже 5-й год подряд в меню праздника рыбалка и чемпионат по приготовлению блюд. Гостей ждут ценные призы, среди которых подарочные сертификаты и топливные карты. Вход на мероприятие бесплатный. Для участия в рыбалке и кулинарном конкурсе необходима регистрация. Подробности на сайте saratov24.tv.